Всем привет! Сегодня такой небольшой компанией собрались недалеко от города. Немножко подтаяло лед. Хотим попробовать покататься. Смотрим, что из этого получится. Поехал. Ехали в Кедровку СПА. А чурки бы лежали бы, она бы уперлась бы. Сел я за руль гелика, немножко прокатился, посадил, включил блокировочки, уже не помогло. Сейчас будем подцепились к сурфу, доставать гелика. Готовы. Выдернули. Тиранчик поехал по грузюке. Я на гелике по чуть-чуть ехал, ходами бы тоже проскочил. Леха, хозяин гелика, сам сел. Прошуршал. Девочка.
круто. Даже направо интереснее, по-моему, было. Прямо вообще легко едут все. Пошел. Посадили Лексуса, наконец-то. Трос тащите! Хорошо, сидим. Это у него эта сторона, та-то уже лежит на пороге по-любому. Как сидишь? Не, Ваня. Он там по-любому ниже порога лежит.
что-то Лекса сегодня все застревает. Тимоха поехал. Еще. Говорят, там глубоко. Так. Глубоко. Ох ты, тупой! Реально глубоко. На льду буксует. Лужу. Прет, прет, прет. Выехал. Немножко левее взял. Леха еще решил немножко проверить закраины. Пока ничего необычного. Видимо, замерзшая еще. Чуть-чуть провалился. Левая часть-то уходить уже начала.